Всем привет, ребят, с вами Arctic Sun, и сегодня я вам расскажу и покажу обзор на снайперский набор с СКС. Сет от Shadridex является самым дешевым сетом снайпера, он стоит 6500 фунтов. В сете из одежды вы найдете форму французского ветерана, черную балаклаву и шлем. Из оружия вы обнаружите СКС с прицелом ПСУ СВД, стволом дальнего боя, боеприпасами ближнего боя и прикладом Thunderbolt. Пистолетом будет являться скатерган, он же обрез, но так как при создании обзора у меня не было обреза, я использовал Носферату. Это тот же обрез, но только с другим покрытием. А теперь перейдем непосредственно к игре с таким набором. Так как в нашем сете СКС идет с прицелом низкой кратности второго уровня, а также боеприпасами ближнего боя и обрезом, то следует сделать вывод, что такая сборка будет эффективна лишь на ближней дистанции. На средней и дальней дистанции сет уже мало юзабелен из-за прицела низкой кратности и невозможности убивать врагов с трех пуль в тело. При игре с этим сетом вам нужно постоянно держаться за укрытиями, а также стараться не вступать в прямую схватку с противником. Теперь к плюсам и минусам набора. Первым плюсом является низкая цена набора в сравнении с другими наборами снайпера – 6500 фунтов. Но не спешите его покупать. Непрокачанному разведчику будет очень сложно выживать в ближнем бою с этим набором. Вторым плюсом я бы хотел отметить несколько вещей в наборе, а именно саму СКС, она открывается с 21 уровня, также ее нельзя купить навсегда за кредиты. Обрез, как это ни странно, он мне не кажется таким полезным, но иногда с ним можно побегать и пофаниться. Ну и конечно приклад Thunderbolt. Остальные обвесы снайперу ни к чему, поверьте моему опыту. И третий плюс на сегодня я открыл для себя при создании этого обзора. Это то, что СКС ваншотит с боеприпасами ближнего боя в голову на очень близкой дистанции. Эти боеприпасы значительно увеличивают урон только на ближней дистанции. На остальных же дистанциях вам уже может не повезти, и вы можете не убить врага с трех пуль в тело. Также ощущается недостаток патронов. Чтобы компенсировать эти два минуса, используйте магазины Viper. Ну и как вы уже могли заметить, мы плавно перебрались к минусам сета. Но тут все просто. Главные минусы – это ненужные обвесы и узкая направленность использования набора лишь в ближнем бою. Также мне не очень понравился обрез, из-за наличия только двух патронов в обойме и долгой перезарядки. Подведем итог нашему обзору. Набор стоит покупать лишь в том случае, если у вас есть лишние функции, либо вам не втерпёшь попробовать СКС или обрез. Однозначно скажу, что этот набор не подходит для новичков. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои отзывы в комментариях и ждите следующих видео. Всем хороших выходных! Tomorrow is another day. Are you worried? Leave your soul.